Всем привет! Приехал сегодня на рыбалку с ультралайтиком, с расчетом половить мелкую щучку либо окуня. Честно говоря, вообще просто прогуляться. Вместе я в таком, в общем, известном, не буду говорить где. В общем, это река Северский Донец. Добирался я сюда на велосипеде. Сейчас покажу, чего это мне стоило. Уровень воды-то упал, но грязюка, видим, какая, да? Немножко я въехал в грязь, но ничего страшного, я проехал на велосипеде. Дальше будет хорошая дорога, вон ролик в грязи. Вы видели, да? Вот это, конечно, очень плохо. Ну что, сейчас почистим. Было у меня большое желание погулять по реке Северский Донец. Я сюда добрался. Уровень воды, конечно, очень сильно упал. Так, вот это вы видите, это река Уды. Упала очень сильно вода. То есть берег сухой, когда он даже летом обычно там с водой. А слева у нас Северский Донец. И это так называемая стрелка. Вы сами знаете где. Здесь заканчивается река Уды. Вода что-то грязная. Так, что мы видим? Рыбаки здесь были, травка примята. Приезжали, может, со спиннингом, может, пешком. Так, я хочу половить окуня либо мелкую щуку. Пойдем по реке Северский Донец. Посмотрим, куда я дойду. Утром было тихо, но я пока доехал, уже начался ветер. Что, пробуем, прямо туда забросим. В слияние двух рек. Я даже больше рассчитываю на мелкую щучку, чем на окуня. Хотя, если даже поклевку увижу, это уже хорошо. Так, ребят, была поклевка окуня. Окушки плавают вот прямо здесь у поверхности. Сейчас он цапнул, я не дал ему съесть приманочку. Нужно медленнее вести. Вот он. Хорошенький, ребят, смотрите. Я прямо его увидел, как он его взял. Класс. Я уже не зря сюда приехал. Так, моя куртка мешается. Ребят, поймал такого окуня. Прямо увидел, как он цапнул. Класс. Это первый окушок в этом сезоне. Тихо, тихо, тихо. Вот такой красавчик. Хорошо, как съел. Так, где же окунь? Причем стайку я видел, и окунь здесь есть. Вот прям вижу плотвичку. Много рыбы здесь плавает. Окунь должен, значит, среди них есть. Но приманка ему моя не нравится. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Есть окушарик, еще одного уговорил. Видим, да? Жадно взял. Красавчик. Так, сейчас что я вам покажу. Так, кто рыбак, тот знает, где Северский Донец и Уды сливаются. Здесь река делает такое кольцо, получается полуостров большой. Река огибает берег. Ну, красивое место, здесь отдыхающих было много. Из-за того, что на Печенегах открыли дамбу, смотрите, что произошло. Был большой уровень воды, и берег просто конкретно смыло. Видно, да? Просто куски берега с деревьями лежат. Это выход на полуостров. Я сюда подъехал, я не узнал просто это место. Как бы раньше здесь часто бывал.
на велосипеде катался. Смотрим, да? Вот это был ровный такой бережок. Вот, вот так он и шел. Спокойно. Здесь даже пляжик был. И вот просто берег смыло, и деревья все лежат в воде. С корнями, видите, деревья попадали. Вон, а там нормально. И вот этот участок просто подмыло и крепко. Да, можно, вот, кстати, можно упасть. Вода подмывает берег. Получилась такая себе плотинка. Вообще на байдарке здесь не проплыть. Здесь байдарочники плавали периодически. Да, ребята. Я думаю, многие из вас, кто рыбак, узнали это место. И тоже в шоке, как и я. А вот это был когда-то пляжик. То есть даже в прошлом году летом здесь вода стояла выше. Так, попробуем. Я так понимаю, это грязь такая. Туда не буду становиться. Сейчас была поклевка окуня, которую я благополучно просрал. Здесь сильный обрыв, дна не видно. Я до дна приманку не опускаю. Да, здесь бы с другой стороны побросать. Там вот видно лилии. Все же, друзья, здесь красиво. Спокойно, когда ветра нет, птички поют. Кайф. Только что была такая хорошая поклевка, ребята. Подсечка. Вынаю. Нет рыбы. Пустой крючок. Я не пойму. Вижу в воде окуня, причем такого ладошечного. Плавает он вверху воды сантиметров 20. Я провожу приманку, он абсолютно не обращает внимания на нее. Вот вижу окуня. Вот прям рядом веду. Он просто на нее тупо посмотрел и все. Видимо, он сейчас не активен. Сейчас просто монотонную медленную проводочку сделаю. Ноль реакции. Видимо, сегодня сейчас рыбка не очень активная. Где-то в начале моей рыбалки еще что-то как-то она ловила, сейчас не хочет. Вон, я его четко вижу, вот он окунь бьет. Вот я бросил, он на приманку бросился, но брать я не стал. А я все стою на одном месте. Увидел здесь окуня и больше не хочу никуда уходить. Как увлекательно, все же хочется разгадать секрет. На что он может сегодня клевать. Короче, на этом все. Пришел я на то же место, где и начинал. Окунь плавает, не хочет брать. Бросаю приманку, он на нее как бы бросается, но брать не хочет. Надо доработать приманку, подумать, что не так. Может, просто он не активен, надо пораньше с утра приезжать. Часа два, да, больше двух часов я половил. И в самом начале споймал два окуня, и все. Зато погулял, посмотрел на любимую реку. Все было классно. Как обычно, лайки, подписка, рыбалки еще будут. Пока. И еще, ребятушки, покажу вам преимущество езды на велосипеде. По природным дорогам, как на рыбалку, как я, например. Ехать, красота. Это вам не магистраль, ребята. Это вам не магистраль и не городской парк. Ехать сплошное удовольствие.
скейтеры не лишаются. На светофорах не стоишь. Мамки с колясками по велосипедной дорожке не гуляют. Кайф, да и только. Природа, благодать. Чистый воздух, птицы поют. Да, немножко трясет. Но ничего страшного, оно того стоит. В этом году по этой дороге ездил только я и еще один рыбак. Полчаса назад сюда пошел. Он поехал с велосипедом тоже. Итак, как проехать? Вот сюда проехать. Да, класс. Еще крути. Ой, немножко грязи. Ой, проехал. А, нормально. Да, конечно, резину бы пошире. У меня 2.1, а здесь бы 2.2. Проехал. А прет, что зверь? Велик, огонь. Кто-то сюда хотел на машине проехать. Кто же этот отчаянный человек? Здесь только на велосипеде. Водичка журчит. Люди кирпичи подбросали, чтобы можно было проехать, но это не помогает. Здесь только в августе не сыро. Да и то на машине сейчас не проехать. На легковой. Только на каких-нибудь Жигулях, Нива и что-то получше. Попроходимее. Смотрите, какая дорога. Даже на вторую передачу можно переключиться. Красота. А еще я забыл одеть очки. Поэтому поймал глазом огромного сейчас жука. Очки, вот они. О, класс. Они, правда, солнцезащитные, а солнца нет. Но это лучше, чем получить жуком в глаз. Красота, не правда ли? Ароматы какие, все цветет. Кайф. Кайф, да и только. Только эта дорога стоит того, чтобы поехать на рыбалку. Если у кого есть возможность, приезжайте. Не сидите дома, ловите рыбу, дышите свежим воздухом, наполняйте свою кровь, мозг обогащайте кислородом. Куда? Забыл, куда ехать. Направо ехать. О, березовая роща. Березки класс пахнут. Здесь какой-то особый такой аромат стоит. Надеюсь, меня вообще слышно. В общем, камеру-то